Гитара зачастую ассоциируется с силуэтом женщины. И, несомненно, наравне с прекрасным полом она нуждается в ласке и внимании. Маленькие советы в этом непростом деле дает Ерлан Кукеев. Инструмент инструменту рознь. Его как бы тоже, он имеет свойство умение дышать и умение с ним тоже разговаривать. То есть инструмент — это нечто живое. Нужно понять, для кого инструмент и для каких целей. Либо игры для классической музыки, либо для игры, например, скажем, там играть в рок или играть в команде. Вот. И еще нужно определиться, на чем вы будете играть, на бас-гитаре или на соло-гитаре. То есть, ну, пойдете, я вам сейчас покажу. Вот, если это акустика, то вот можно взять очень хороший инструмент. Вот Fender. Для тех исполнителей, которые исполняют там, к примеру, скажем, романсы. Вот. Или для дома, игры для дома. Очень классный инструмент. Инструмент — это нечто живое, поэтому человек, который хотел бы научиться, он должен до такой степени заниматься, чтобы его рука приросла прям к грифу, и чтобы он чувствовал инструмент. Для покупки хорошего инструмента необходимо проконсультироваться у специалиста, который продает, так сказать, который является продавцом в этом магазине. Ну, смотрите в первую очередь на название инструмента. Я бы посоветовал такие вещи, дорогие вещи, покупать именно с теми людьми, которые разбираются в инструменте. Скажу одно, такую вещь, что хороший инструмент, он не может стоить дешево. Инструмент живет тогда, когда он звучит, и тогда, когда он играет много. Когда он у вас пылится и лежит, он, то есть, имеет свойство портиться. То есть с ним нужно разговаривать. Если вы играете там рок-музыку, вам необходима будет гитара, которая с двумя рожками. Первый мой опыт, тогда, когда мы с ребятами на уроке труда пытались пилить инструменты, мы делали их из ножовками, пилили, бегали по школе, вот, и делали самопальные датчики, включали их в магнитофоны и делали искусственный драйв с запором, включали магнитофоны, и он у нас хрипел, там пытались играть Deep Purple. Должно двигаться желание, если у вас есть желание, то есть терпение, труд, все перетрут. Я все-таки думаю, что мои советы вам пригодятся.